Уважаемые коллеги, добрый день. Добро пожаловать на панельную дискуссию «Профилактика ВИЧ в контексте изменения модели наркопотребления». Надеюсь, что она получится не менее интересной и познавательной, чем предыдущие сессии. Также хочу сразу поблагодарить организаторов конференции за эту возможность, за возможность поделиться опытом, за возможность пригласить интересных спикеров. И сейчас я тогда быстро представлю наших сегодняшних спикеров, несмотря на то, что вы их видели на экране, но, тем не менее, озвучу еще и так. Это Сергей Ульянов, координатор проекта «Позитивные стратегии по работе с людьми, употребляющими наркотики» из Новосибирска. Это организация «Гуманитарный проект». Это я, Алексей Лахов, заместитель генерального директора благотворительного фонда «Гуманитарное действие» из Санкт-Петербурга. Это Вячеслав Цуник, президент общественной организации «Ковчег антиспид» из Ростова-на-Дону. Это Альберт Зарипов, председатель общественной организации «Профилактика и инициатива Республики Татарстан». И Алексей Трутнев, координатор проектов общественной организации «Центр социальной поддержки «Навигатор» Иркутск». Коллеги на связи, насколько я понимаю. Сейчас мы начнем. Я буду следить за временем. Коллеги, надеюсь, тоже сами будут за этим следить, чтобы, как и в предыдущей сессии, мы ровно уложились в наш график до 15:30. И сейчас с нами на связи должен быть Сергей Ульянов из Новосибирска. Сергей, ты на связи? Да, да, я слышу. Меня слышно? Да, добрый день. Тебя слышно. Я да, тогда отлично. Начну, Алексей. Леш, начну? Да, 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 можно начинать, да. Доброго дня, друзья, коллеги. Для меня большая честь открывать эту панель первым. Моя презентация будет коротенькая. Я, наверное, больше все-таки настроен отвечать на ваши вопросы. Начнем. Да, в Новосибирске не так давно возобновилась программа снижения вреда. Последний раз она существовала в 2000 году, просуществовала недолго, и Новосибирская область очень долго оставалась без программы вот именно в срезе уязвимых групп. Так, сейчас я тут разберусь маленько, мне не совсем удобно. Цели, задачи, наверное, как и у всех, это обеспечить для лиц, употребляющих наркотики, без низкопороговый доступ к консультированию. Собственно, что у нас тут еще есть? Мы поняли, что наркосцена очень сильно изменилась, и той модели, которая была в начале 2000-х, в середине 2000-х, когда можно было посещать те квартиры, те комнаты, где собирались наркопотребители для приготовления наркотиков или, собственно, для ожидания человека, который принесет наркотики, сейчас все выглядит совсем по-другому. И поймать там, ну вот группу, поймать, да, в кавычках, группу этих людей не так просто. Мы выделили в целое направление, это направление реабилитационные центры. У нас, ну, в общем, это та локация, где наши клиенты находятся в своем большинстве. Вот. Здесь приведены данные за последние 3 месяца. Это 47 выездов в реабилитационные центры. В среднем это 6-8 выездов. У нас есть команда обученных суперконсультантов, которые едут туда с лекцией. Также они предоставляют возможность пройти тест анонимно и здесь же получить до-послетестовое консультирование. Охват получается у нас выявленных порядка 15%. Это я говорю только про тестирование в реабилитационных центрах. Также разработана целая программа в связи с последней ситуацией по пандемии. Мы разработали направление онлайн-тестирования. Онлайн-тестирование включает в себя интернет-аутрич, собственно, рекрутинг и так далее. То есть, ну, вот, грубо говоря, на пальцах это выглядит вот так. Человека, ну, через разнообразные телеграм-каналы, закрытые социальные сети и так далее. Ну, вот, в общем, все те модные инструменты, через которые нынче наркопотребитель получает наркотики, мы распространяем информацию. Условно, это ссылка, по которой человек может перейти сразу на анкету, где может заполнить заявку на доставку экспресс-теста.
Ну, соответственно, тест уходит, с этим человеком связывается консультант, договаривается об удобном для него времени для тестирования, и, собственно, сам процесс тестирования и сопровождения уже остается за этим консультантом. Порядка 8 консультантов у нас работает в этом направлении, не считая 16 аутрич-волонтеров, которые работают не только в, вот в этих закрытых информационных инструментах, но и пеший аутрич также остался за нами. Здесь на следующем слайде приведены данные, которые говорят о том, что мы практически за 4 месяца, 4-5 месяцев отправили 233 заявки. На самом деле выявляемость не такая большая, как хотелось бы, порядка 7% людей узнали свой положительный ВИЧ-статус, но из этих 7% практически все были доведены так или иначе до спеццентра. Ну и что не может радовать, 70% людей, обратившихся к такому методу тестирования, это новые люди, впервые проходящие тест на ВИЧ. Очень важно, я здесь хочу выделить именно ненавязчивый сервис, потому что сегодняшний наркопотребитель – человек нервный, не любящий вот эту навязчивость, и тема ВИЧ, она до сих пор остается остро воспринимаемой. Ну, по крайней мере, собственно, на нашей локации, на Новосибирской области. Также мы... А, дальше будет слайд об этом. Анонимность, конфиденциальность. Здесь, наверное, не ново будет сказать, что мы кодируем клиентов путем, не знаю, как правильно сказать, кодировка системы матчества. Несмотря на пандемию коронавируса, нам удалось удерживать те цифры и те охваты, которые были заявлены в реализации программы снижения вреда. Также можем все-таки похвастаться тем, что у нас это заработало, доставка онлайн-тестов, экспресс-тестов и онлайн-тестирование. Не онлайн-тесты, я неправильно выразился, доставка экспресс-тестов и онлайн-тестирование. Вот, наверное, и все вкратце. Наверное, хочется от себя сказать, что если бы 10-15 лет тому назад это заработало, то сегодня было бы гораздо меньше работы для нас всех. Средняя пораженность, повторюсь, в Новосибирской области среди лиц, употребляющих наркотики, это все-таки 15%, ну, там 15 и несколько десятых процентов. Вот, наверное, у меня все. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Да, Сергей, спасибо большое. Вопросы появляются для зрителей, говорю, вопросы появляются справа в окошечке, там можно писать, и, соответственно, мы будем их фиксировать и отвечать. Кроме того, идет опрос, онлайн-опрос, где можно проголосовать за ответ, должно ли быть самотестирование на ВИЧ доступно людям, употребляющим наркотики. Сегодня, сейчас уже проголосовало 37 человек. Присоединяйтесь, пожалуйста, и можете оставить также свой вариант ответа. Дальше я... Спасибо, Сергей, большое за презентацию. Сейчас тогда мы пока в графике, так что постараемся соблюдать график и впредь. Сейчас я тогда передаю слово самому себе, поскольку стою в презентации вторым. Моя презентация называется «Профилактика ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики в период COVID-19. Опыт Санкт-Петербурга». Я тогда немножко... Расскажу о том, где я работаю и чем мы занимаемся. Мы работаем в городе Санкт-Петербург 95 года. Это гуманитарное действие. Официально он был зарегистрирован в 2001 году. И основная наша целевая группа все это время оставалась люди, употребляющие наркотики, в том числе, включая, например, мужчин, практикующих секс с мужчинами, которые занимаются этим сексом, включая секс-работников, которые также... Ну, конкретно в контексте нашей организации это, как правило, женщины, которые занимались секс-работой для того, чтобы добыть себе деньги на очередную дозу. И это люди, живущие с ВИЧ, гепатитами или туберкулезом, преимущественно, вот опять же повторюсь, на основе нашей организации, которые являются уже людьми, употребляющими наркотики.
У нас есть два мобильных пункта снижения вреда, которые каждый будний день выезжают в разные районы города. И недавно, вот в этом году, открылся также стационарный пункт низкопороговой медицинской помощи, куда мы приглашаем и наших подопечных, участников наших программ, и в том числе мы тесно взаимодействуем с некоммерческими организациями Санкт-Петербурга и другими. И, например, туда могут обратиться и подопечные организации «Ночлежка», и Мальтийской службы помощи, и дети Петербурга. Вот, в общем, стараемся как низкопороговый сервис развивать медицинский. Это все стало возможным благодаря тому, что у нас есть лицензии на осуществление медицинской деятельности и сестринское дело, и также в этом году появилась лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. Так, теперь что касается ситуации с COVID. У нас вот по состоянию на 19 сентября в городе было выявлено более 40 тысяч случаев заражения. 2700, к сожалению, людей скончались в результате этого заболевания. Но, к счастью, 27 тысяч, более 27 тысяч выздоровели. И вот тоже остановлюсь, важный момент, это то, что у нас был введен режим самоизоляции, но, например, в отличие от Москвы, у нас не было пропускной системы какой-то, да, то есть, ну, в принципе, люди могли достаточно свободно перемещаться по городу с соблюдением перчаточно-масочного режима, ну, за исключением людей, которые, ну, обязательства по соблюдению этого режима самоизоляции, оно вот именно в обязательном порядке было возложено на граждан старше 65 лет. И тогда сейчас быстро перейду уже непосредственно к работе нашего фонда в период пандемии, потому что с 30 марта по 16 мая мы не работали наши мобильные пункты, и вот медпункт наш не работал уже с 20 апреля по конец июня, и в связи с тем, что наши услуги были прекращены, мы решили оперативно нашу работу перестроить, переориентировать, и в результате вот что у нас получилось. То есть у нас получилось организовать курьерские доставки наборов снижения вреда и АРВ-терапии прямо на домашние адреса участников наших программ. Это очень важный момент. На домашние адреса говорит о том, что люди нам доверяли. И с нашей стороны мы им гарантировали, что мы будем соблюдать их персональные данные. И курьерская служба, она была осведомлена о том, что они доставляют вот именно какие-то медицинские препараты, да, но мы не говорили им, для чего эти препараты, и кому они конкретно пойдут. Тем более, что многие наши подопечные, они тоже понимая это, они, например, указывали, допустим, не свой домашний адрес, например, а домашний адрес родителей, вот, или просили забрать посылку, ну, у другого человека из своих родственников. Также мы организовали мобильный аутрич для доставки наших наборов снижения вреда. Что конкретно входило в этот набор, я там чуть позже расскажу. Организовали дистанционное консультирование и по телефону, и онлайн это производилось с использованием социальных сетей и мессенджеров самых различных. Дистанционное самотестирование на ВИЧ организовали, то есть вот мы отправляли тоже тесты для самотестирования людям, вот то, о чем уже рассказал Сергей. И также мы организовали доставку АРВ-терапии вот именно в учреждения здравоохранения и социального обслуживания, где люди находились, допустим, на стационарном лечении, не могли в связи с введенными какими-то, может быть, карантинными мерами покинуть учреждение. И мы тем самым для того, чтобы обеспечить непрерывность лечения ВИЧ-инфекции, мы туда организовали доставку. И вот более подробно остановлюсь тогда на том, что входило в наш набор снижения вреда. Мы плюс к нему докинули еще так называемый набор профилактики 19, то есть в обязательном порядке вкладывали в такой набор медицинские перчатки и спиртовые салфетки. Впоследствии, когда чуть полегче стало с масками, потому что маски было вообще днем не сыскать, мы начали туда добавлять еще и многоразовые маски. А так туда входил этот набор, наш стандартный набор снижения вреда, это одногубовые шприцы, это двухгубовые шприцы, пятигубовые шприцы, то есть наиболее популярные среди наших подопечных, то есть как среди тех, кто употребляет, допустим, опиоиды, так и среди тех, кто употребляет, ну, допустим, современные психостимуляторы, вроде мефедрона, например, альфа-ГБ. Им шприцы также нужны, вот, поскольку многие из наших подопечных, они уже начали употреблять эти наркотики инъекционным путем. Это в обязательном порядке вода для инъекции, вкладывая упаковочка, и ампула налоксона для профилактики опиоидных передозировок. Да, это вот хороший, это наиболее эффективное, пожалуй, наиболее сегодня средство, да, вот именно профилактики передозировок. И вот мы эту
услугу запустили буквально на несколько дней. В течение недели ей воспользовались 347 человек. То есть она была очень востребована. Но, опять же, понимая, что, во-первых, расценки очень высокие, да, были на курьерскую доставку, и, во-вторых, понимая, что тем самым мы не можем гарантировать анонимность нашим участникам, да, вот мы приняли решение выезжать на личных автомобилях, сотрудники, на мобильный аутрич. То есть это было как, грубо говоря, даже не столько инициатива самого фонда, да, поскольку мы должны прерывать нашу работу в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, но это была именно личная инициатива наших волонтеров, которые садились, мы организовали со склада доставку как раз, и волонтеры приходили уже посменно в офис, там с соблюдением, естественно, перчаточно-масочного режима, и собирали вот эти наборы снижения вреда для того, чтобы загрузить их в багажник автомобиля и поехать. И таким образом в команду человек приезжали в места стоянок мобильных пунктов по запросу самих участников наших программ. Например, я вот по своему району ездил там, да, вот, и звонить на телефон и сказать, где они будут, я вот в установленное время мог туда подъехать. Общение происходило с помощью закрытого чата в Телеграме для как раз наших программ. Они там оперативно могут всю информацию получать о том, где мы будем сегодня нашим и куда, например, можно было бы подвести посылочку, грубо говоря, да, и с кем вообще из сотрудников связаться для того, чтобы договориться о каком-то конкретном адресе доставки. И таким образом, вот мы с 28 апреля, скажем так, акцию запустили, да, и по 15 июня мы вот доставили 1063 набора таким образом. Также очень важный момент – это то, чтобы не прекращалось прием АРП-терапии для лечения инфекции. И вот цифры вы видите на экране, да, что вот мы в период с 30 марта по 30 апреля 133 таких посылки направили в ЦРВТ, и с 1 мая по 31 июля 332 человека. И вот видите сами, да, что большая часть из них – это именно люди, употребляющие наркотики, ну, собственно говоря, наши подопечные. И вот очень то, что нас порадовало, и тоже то, что в предыдущей презентации отметил Сергей, что очень много было личных клиентов, то есть новых, которые, узнав об этом, они решили воспользоваться этой услугой. И также мы организовали дистанционную доставку тестов, самотестов на ВИЧ, ПРОКВИК, по слюне, тоже курьерской службой, с обязательным до и после тестовым консультированием нашего психолога по телефону, то есть там вот было 62 теста сделано за 2 месяца, и 7 человек плюсанули, некоторые из них знали свой статус и хотели просто подтвердить, грубо говоря, да, свои подозрения. Кто-то был первичный, и мы в обязательном порядке людей брали на сопровождение и перенаправляли тоже в центр СПИД. И вот я специально вынес на экран скриншот одного сообщения из Телеграма, да, что вот двое положительных наших подопечных, супруги, они заказали тесты вот для самотестирования для своих подростков, детей. И они хотели, вот как она пишет, да, вот мама этих детей, что и они хотели дать им понять, что о здоровье надо думать всегда. Я разговариваю с ними постоянно и могу объяснить и рассказать им. И очень хорошо, что с нами доверительные отношения. Старший сын уже имел интимный опыт, и я хочу с помощью тестов показать, что все серьезно. То есть, не знаю, лично, на мой взгляд, это прекрасный пример того, когда родители, во-первых, говорят о сексе, а во-вторых, с помощью вот такой акции, да, вот как самотестирование, дают понять, что действительно можно и ВИЧ-инфекцией заразиться, и, может быть, другими какими-то заболеваниями, передающимися половым путем. И очень важно соблюдать, собственно говоря, правила защиты. И наша благодарность, это специальный отдельный слайд фонду «Нужно по борьбе со СПИДом», компании Johnson & Johnson, ассоциации Sedaxion из Франции, фонду «Нужна помощь», частным жертвователям, которые поддерживали нас в период пандемии. То есть они, вот эти наши жертвователи, грантодатели, не стали прекращать действия наших программ, сокращать их. И в связи с этим мы, собственно говоря, и сумели продолжать. И поэтому вот добились таких результатов, о которых я уже говорил. Большое спасибо. Вот на этом моя презентация конкретно закончена. Дальше я бы хотел передать слово Вячеславу Цунику, президенту общественной организации «Ковчег Антиспид» из Ростова-на-Дону, который расскажет нам об их работе. И еще раз повторюсь, что если вы хотите задавать вопросы, пишите их, пожалуйста, вот справа. Там есть специальное окошечко для них. Вячеслав, добро пожаловать. Добрый день, коллеги, друзья. Попытаюсь вернуться к тому, что я уже рассказал, и кратко, вложившись во время, представить нашу организацию. Та презентация, которая написана, она отвечает чисто на те вопросы, которые были
нам заданы, она очень краткая, поэтому я немного расскажу о себе. Мы занимаемся темой снижения вреда с 1999 года в Ростове-на-Дону. Первые проекты у нас были 99-2000 год. После этого в 2004 году, в 2005 году была зарегистрирована организация «Ковчег Антиспид». С 2005 года по 2019 год мы непрерывно реализовывали проекты снижения вреда в Ростове, то есть проведя профилактику среди людей, употребляющих наркотики инъекционным путем, и предоставляя услуги и сервисы для них. Ну, опыт, как вы понимаете, у нас за это время накопился достаточно большой. Мы имеем, могу сказать, серьезные ресурсы. Это офис организации, это низкопороговый пункт для ключевых групп, которые у нас расположены на базе государственного медицинского учреждения «Южный окружной центр по борьбе со СПИДом», где мы во взаимодействии с медицинским учреждением оказываем услуги, ведем профилактику и, соответственно, помогаем людям с ВИЧ-инфекцией. Мы проводим экспресс-тестирование, то есть как в офисе, так и мобильно. В период COVID, соответственно, все инструменты, которые были озвучены ранее, нами использовались, и онлайн-доставка тестов, и консультирование через QR-коды. То есть это все у нас работает. У нас одна беда на сегодняшний день – это отсутствие финансирования именно на снижение вреда на шприце. Последний проект мы закончили в 2019 году, и сейчас предоставляем услуги потребителям в рамках других действующих проектов. То есть люди могут получить то, что у нас есть. Ну, мы надеемся, что мы найдем финансирование и продолжим эту работу, потому что, то есть, мы можем, мы знаем, мы имеем возможности. Мало того, на сегодняшний день мы еще поддерживаем несколько организаций и инициативных групп на юге России в плане обучения, поддержки, и, то есть, надеемся, что мы сможем найти финансирование не только на себя, но также и на эти группы. В период COVID-19, ну, как и всех, конечно, жизнь заставила задуматься, заставила новые инструменты внедрить в свою работу. Хоть у нас и не было запрещения на передвижение у нашей организации, но мы осуществляли онлайн-доставку как экспресс-тестов. У нас это называется «Ковчег боксы», в которые входят экспресс-тесты, презервативы, QR-коды для связи, на получение до и после тестовой консультации. Если этот тест отправляется для МСМ, у нас еще была возможность отправлять туда смазки, вкладывать эти тесты. То есть тесты у нас доставлялись как нами, нашими курьерами, так и можно было заказать доставку через такси, через Яндекс.Такси. То есть люди заказывали, такси приезжало, забирало, отвозило, то есть без нашего участия. Все это работало и работает. Еще раз говорю, что у нас очень хорошие взаимоотношения с медицинскими учреждениями. Мы имеем возможность, то есть, людей сопровождать как по ВИЧ-инфекции, так и вмешиваясь в ситуации, когда людям-наркопотребителям отказывают в предоставлении необходимых медицинских услуг. Ну, не знаю, наверное, проекты сталкивались с этим, когда приезжает наркопотребитель с абсцессом, ему вместо того, чтобы этот абсцесс вскрыть, отправляют домой, рекомендуют таблетки, говорят, вот, выпей таблетку, и все пройдет. То есть тогда вмешиваемся мы и, в принципе, доводим все до логического конца. На сегодняшний день, как я уже сказал, финансирования у нас именно на снижение вреда нет, но потребители получают у нас услуги в рамках других имеющихся проектов. Мы сейчас выполняем 2 госзаказа, и по информированию и экспресс-тестированию потребителей психоактивных веществ, то есть в Ростове-на-Дону и в Ставропольском крае. То есть, и поэтому в рамках этих проектов нам все равно мы новые инструменты опять внедрили. То есть сейчас у нас проходят, кроме всех мероприятий, еще ежедневные
выезду по местам скопления, наверное, неправильно будет сказано, по местам обитания наркопотребителей. То есть не секрет, что люди в тот момент, когда нет препаратов, которые они употребляют ежедневно, употребляют алкоголь, то есть и группы наркопотребителей собираются под так называемыми наливайками. То есть на сегодняшний день этот инструмент у нас очень хорошо адаптирован, и мы находим наркопотребителей там, у которых нет возможности там употреблять денег на наркотики, и там их, скажем, можем предоставить им свои услуги, и, соответственно, все это происходит с сопровождением положительных результатов теста. У нас есть возможность сразу вызывать такси, если мы человека мотивируем на обращение в медицинское учреждение, доставить его в медицинское учреждение. Все это работает, все это есть. Ну, это краткое представление того, что мы делаем, а вот презентация, это она общеситуативная на сегодняшний день в городе Ростове-на-Дону. Можно следующий слайд включить? Вот. Первый вопрос у нас был: современная наркосцена, какие наркотики употребляют люди в регионах и как это влияет на профилактику ВИЧ. На сегодняшний день в моем городе, я говорю, Ростове-на-Дону, взрослые потребители, ну, я имею в виду примерно людей моего возраста, чуть меньше, кто умудрился дожить до этих лет, все-таки отдают предпочтение опиатам или их заменителям. То есть, если у них такая возможность есть, я говорю, семечки, дезаморфин, но точно так же есть и метадон в закладках, и героин при желании. То есть, ну, в принципе, в интернете, через интернет сейчас можно взять все, что угодно, но вот люди моего возраста, назовем их так, все-таки они еще ностальгируют по старым добрым опиатам, назовем это так. Вот. Но очень широкое распространение во всех возрастных группах и социальных слоях. Получили стимуляторы, дизайнерские наркотики, соли, мефедрон, амфетамины, спайсы. То есть при всем этом даже люди, предпочитающие опиаты, все столкнулись со стимуляторами в своей жизни. Можно следующий слайд? Следующий слайд переключите, пожалуйста. Так, или ты попробуй. Вот. А это очень мощные, это препараты, которые вызывают очень мощный эйфорический эффект. И при всем этом у него короткая пролонгация действия. Это приводит к более частому употреблению, то есть человек, употребивший, ему хочется, то есть через короткий отрезок времени еще. И это может продолжаться очень долго, ну, в принципе, на выходе получаются марафоны. Большинство из этих наркотиков имеют ярко выраженный побочный эффект. На фоне эйфории резко увеличивает сексуальное желание и снижает поведенческие барьеры. То есть в связи с этим увеличивается риск инфицирования ВИЧ при употреблении в группах, ну, независимо от того, употребляются ли препараты инъекционным путем, либо назальным, то есть там либо курятся, вот, частые половые контакты приводят к, опять-таки, эти половые контакты в большинстве случаев происходят без презервативов. И, соответственно, риски инфицирования ВИЧ половым путем увеличиваются. Можно следующий слайд? Вопрос, в каких услугах по снижению вреда нуждаются современные наркопотребители? Ну, мы считаем, что они нуждаются в получении доступной, качественной профилактической информации через инструменты, понятные и удобные для них. Они нуждаются в представлении сервиса снижения вреда. То есть тот же самый чистый инструментарий, он актуален и сегодня, как много лет назад. Средства от передозировок актуальны, как много лет назад. Психологическая поддержка актуальна. Но в связи с изменением наркосцены требуется все-таки детальный анализ ситуации специалистами, требуется исследование
согласно 7-минутной действительности и реалии сегодняшнего дня. Требуется разработка и внедрение инновационных программ профилактики, а также поддержки с учетом законодательства, это очень важный вопрос, и определенных в анализе потребностей данных ключевых групп, даже я бы так сказал, не ключевой группы, а ключевых групп, потому что там все смешалось очень-очень-очень сильно, и с этим всем нужно разбираться, это нужно исследовать. Вот передо мной выступал Леша Лахов, я знакомился с его работой, с теми подходами, которые они используют. Вот для меня прямо это очень-очень-очень важно для того, чтобы понять самому даже до конца, хоть я в этой теме много-много лет, то есть как мы можем работать, чтобы помочь людям. Можно следующий слайд? Химсекс. Насколько это явление распространено в современной России, как проводить профилактику ВИЧ среди химсексеров? Ну, ребят, я вам могу сказать о нем свое мнение. Несмотря на то, что делается часто акцент на группу МСМ, то есть занятие сексом под стимуляторами, имеет более давние корни. Я, например, из своей памяти могу сказать, что с середины 80-х годов потребители начали употреблять изготовленные в кустарных условиях из аптечного эфедрина препарат, который вызывал усиленное сексуальное влечение. Продажу эфедрина в аптеке довольно быстро пресекли, там буквально год-два, и то есть эфедрин вошел уже в группы, которые невозможно было достать в аптечной сети. Но пришел в Россию препарат под названием Салутан, рецепт его изготовления, и там из одного пузырька можно было получить достаточно большое количество кристаллического салутана. И также пришли рецепты получения эфедрина из эфедрина, содержащих микстур и мази. Вот. Из добытого эфедрина готовили препарат для внутривенного введения. И то есть опять-таки эти препараты вызывали сильное сексуальное влечение. Потом салутан ушел, но открылись границы. Стал доступен эфедрин кристаллический, рецепты изготовления за эти годы претерпевали изменения, но полученные на выходе препараты также вызывали повышенное половое сексуальное влечение. То есть, поэтому, когда делается акцент на группу МСМ о том, что химсекс именно практикуется, там я не очень согласен, то есть, с этими заявлениями, потому что но все имеет более широкое распространение. Можно следующий слайд? И на сегодняшний день химсекс, то есть секс под стимуляторы, в моем городе распространен среди потребителей наркотиков в различных группах. И среди пар мужчина-мужчина, там мужчина-женщина, женщина-женщина, трансгендерные люди, групповой секс с участием представителей различного по ориентации и там многими сменами взглядов во время, то есть, употребления препаратов. И употребление стимуляторов, оно стирает границы в сексуальных практиках. При употреблении стимуляторов, там, солей, практикуется секс под ними. И для того, чтобы делать профилактику среди химсексеров, а я считаю, что это не только МСМ, то необходимы, опять же, анализ ситуации, разработка инновационных профилактических программ и постепенное внедрение этих программ в среду потребителей, практикующих секс под стимуляторами. И следующий слайд. Вячеслав, у нас осталась буквально минута. Все, отлично. Написано, Вячеслав Цуник. И вот мои контакты. Спасибо. Спасибо большое за презентацию. Коллеги, у нас осталось 16 минут и еще целых две презентации, поэтому прошу немножко терпения. Сейчас у нас на связи Альберт Зарипов, председатель общественной организации «Профилактика и инициатива Республики Татарстан». Альберт, добро пожаловать. Да, тогда
Я продолжу, что у нас очень похожая ситуация с Ростовом-на-Дону, и, соответственно, потребители наркотиков, которые на сегодняшний день, то есть, ну, там, продолжают потреблять опиаты, достаточно большое количество. Примерно количество в месяц, если мы обладаем финансовой возможностью, это около 10 тысяч шприцов различных, так скажем, размеров, которые мы, то есть, ну, там, раздаем, и которые, ну, это потребность нашей целевой группы. Мы раздаем шприцы чисто в рамках эпидемиологического ответа, конечно же, то есть, ну, на вирусные инфекции. Мы никого не пропагандируем. Мало того, наш низкопороговый центр «Остров», который работает в городе Казани с 2009 года, на нем нет никаких вывесок, никаких лозунгов. О нас знают только те, кому мы нужны и кому необходима, то есть, ну, там, помощь. Это, в частности, потребители наркотиков, ну и, соответственно, и их близкие родственники. Ну, в нашем низкопороговом центре, безусловно, могут получить различные услуги. Он работает 5 дней в неделю. Нас поддерживают, безусловно, то есть, республиканские власти. И мы, соответственно, финансовых средств и от других доноров источников. Но хочу сказать о том, что у нас, ну, некое такое отличие от всех организаций, которые вот сегодня уже представили свою работу. Наши клиенты, безусловно, это лица, которые в том числе отбывали или отбывают наказание в местах лишения свободы. И нам удалось под кураторством нашего полномочного по правам человека главе Сабурска Сари Харисовна начать проекты по созданию реабилитационных отрядов в исправительных учреждениях. То есть у нас в колониях мы на сегодняшний день начали работать с наркозависимыми, потому чтобы, то есть, ну, их мотивировать, представлять информацию об, ну, неком таком, скажем, альтернативной жизни, да, то есть готовить их к освобождению. И, соответственно, мы представляем информацию о доступной медицинской помощи, либо информацию, и информацию представляем о нашей организации, которая, то есть, ну, предоставляет услуги именно в контексте уменьшения, то есть, ну, там, вреда от линии наркотиков. Вот. Работаем там. При освобождении мы их сопровождаем, встречаем, за ними закрепляются социальные работники вне зависимости от города в Республике Татарстан, нахождение этих людей, мы начинаем, то есть, ну, с ними вплотную работать. Где-то порядка в год через нашу организацию проходит 1500-1700 человек, потребителей наркотиков. Как я уже сказал, то есть, ну, там, шприцы, как эпидемиологический ответ, он до сих пор актуален, и, соответственно, то есть, ну, постоянно мы ищем финансирование на предоставление данных материалов. Плюс к этому мы работаем строго с государственной системой здравоохранения, то есть мы не отправляем, какие коммерческие, то есть, ну, реабилитационный отряд, наш низкопороговый центр «Остров», где мы людям предоставляем информацию о том, чем мы им можем помочь и чем мы можем помочь их близким. Вот. Мы, безусловно, проводим экспресс-тестирование, пытаемся проводить некие исследования, да, то есть там у себя на базе низкопорогового центра, благо имеет такой доступ. Вот, и совместно с Новосибирской организацией гуманитарный проект, который тоже, то есть, ну, сегодня делаю презентацию мой друг и коллега Сергей Ульянов. Мы провели небольшой опрос. Я вот про него сейчас скажу и кончу, да. Мы провели небольшой опрос. Мы сравнили две группы людей, живущих с ВИЧ. Потребители наркотиков на сегодняшний день и непотребители наркотиков, которые, ну, люди либо не употребляли никогда, либо не употребляют какое-то длительное время. Вот, на самом деле, то есть, ну, мы увидели очень интересные результаты. Мы увидели, что люди, которым, так скажем, назначали лечение ВИЧ-инфекции, вот, не особо сильно отличаются от
так скажем, их поведение и их приверженность не отличается от людей, которые не употребляют наркотиков. Если мы вот посмотрели, что мы опросили по 50 человек людей, которые употребляют наркотики, 50 человек, которые не употребляют наркотики или никогда не употребляли. Так вот, из них, то есть, вот была назначена терапия, если потребитель наркотиков 37 человек, то есть на сегодняшний Татарстан не является барьером наличия, так скажем, обоненности употребления наркотиков, и, повторюсь, была назначена 37 человеком по клиническим показаниям. Среди людей, живущих с ВИЧ, не употребляющих наркотики, была назначена 38 человеком. Из них потребители наркотиков из 37 человек не принимают 5 человек. По разным причинам. Мы их тоже выяснили, мы узнали. Это связано в том числе и с образом жизни этих людей. И непереносимость, да, то есть, препарата была. И среди, например, то есть 37 человек, не употребляющих наркотиков, не принимают, то есть, один. Получается, где-то вот, если, то есть, в долгосрочной перспективе работать с этими потребителями наркотиками, именно на приверженность к лечению, то это возможно, и это вот подтверждает, то есть, наши такие небольшие, так скажем, данные. Вот. В целом, то есть, я, наверное, закончу на этом и передам слово следующему выступающему, так как времени не очень много остается. Спасибо. У коллег есть что добавить, то у нас еще есть целых 8 минут на то, чтобы это сделать. К сожалению, вопросы пока никакие не поступали. Может быть, кратко резюмирую то, о чем говорили все спикеры, да. Насколько я понял, вот поправьте меня, коллеги, если я ошибаюсь, очень важный момент – это то, что несмотря на изменение наркосцены и появление новых наркотиков, так называемые старые наркотики, типа там, например, того же героина, например, семечек и метадона, никуда не делись, и они все равно продолжают затрагивать достаточно большую группу наркопотребителей, и также продолжают являться эти наркопотребители драйвером эпидемии, потому что они используют до сих пор шприцы, да, вот для инъекционного употребления, и, соответственно, это может служить источником передачи вируса иммунодефицита и вирусных гепатитов, например, да. Второй момент, на котором хотелось бы заострить внимание, это то, что все используют те или иные онлайн-ресурсы, будь то социальные сети, мессенджеры, сайты какие-то, да, вот, но тем не менее мы видим, что уже очень много работы ведется онлайн, в том числе по привлечению клиентов в программу экспресс-тестирования на ВИЧ. Также многие выступающие отметили, что используют самотестирование для своих клиентов, и это тоже очень важный момент в связи с тем, скажем так, скандалом, который недавно разгорелся насчет экспресс-тестов на ВИЧ, ОРОКВИК, который обратил внимание Росздравнадзор, но тем не менее мы видим, да, что многие выступающие отмечают их важность и более того распространяют среди своих подопечных, и это тоже очень важный способ профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе среди людей, употребляющих наркотики. Вот, коллеги, у нас еще есть 5 минут, может быть, кто-то что-то хочет добавить? Да, и, ну, я хотел бы, то есть, ну, немножко добавить. Да, мы на сегодняшний день начали работать, безусловно, то есть, ну, с молодежью. Вот у нас появился сотрудник, равный консультант, и я бы хотел бы сказать, что напомнить про институт равного, да, то есть, ну, там, что важно и в данной работе, да, то есть, потребитель наркотиков, чтобы работал в том числе, то есть, ну, институт равнотирования, равного общения. Вот это люди, которые сами когда-то имели, так скажем, сложности с употреблением наркотиков и перестали употреблять, либо это люди, то есть, ну, с диагнозом ВИЧ-инфекции, которые, то есть, ну, там имеют. Это очень важный, то есть, ну, компонент и важная работа, которую, то есть, ну, необходимо и необходимо, то есть, ну, поддерживать. Вот. И сейчас мы, то есть, ну, нашли молодых, то есть, ну, там, ребят, которые знакомы с употреблением вот этих новых видов наркотиков, и, соответственно, то есть, ну, начали их обучать и начали привлекать к работе именно к профилактической, в том числе, то есть, ну, повышать уровень информированности. Самое интересное, что эта молодежь, она почему-то
почему-то, то есть, ну, по факту получается не охвачено, да, то есть какими-либо профилактическими программами, связанными с потреблением наркотиков, да, там, и, соответственно, не охвачено программами профилактики ВИЧ-инфекции. Потому что, когда вот мы начали выяснять и начали разговаривать с этими молодыми людьми, все-таки, да, то есть, ну, там, разве ты не знаешь о том, что вот как безопасно, да, то есть там заниматься сексом, безопасно употреблять наркотики, безусловно, то есть они все говорят о том, что нам где-то что-то когда-то рассказывали в техникумах, в институтах, но мы к этому серьезно не относились. Почему? Потому что это было интересно, потому что материал, который преподносили, то есть, ну, больше был для галочки. Вот, и сейчас, соответственно, то есть, ну, вот мы имеем то, что мы имеем, да, то есть, ну, вот какая-то такая выявляемость среди молодежи, она начинает, ну, именно в контексте ВИЧ-инфекции, она начинает, то есть, ну, расти. Да, там и существуют однополые, да, там сексуальные контакты, безусловно, но, тем не менее, то есть, эта молодежь почему-то была не охвачена, да, то есть, ну, вот, и очень интересно поискать, посмотреть, то есть, ну, все-таки причины, как пытаться способствовать, повышать уровень информированности и грамотности вот в данных вопросах у именно, то есть, ну, молодежи, которая, как, ну, так скажем, нетрадиционные, что ли, то есть это не те люди, которые там вот, ну, там сидят на всех лекциях, записывают, переписывают, а именно те, кто, ну, там, интересуется какими-то, то есть, ну, либо другими вопросами. Вот, вот об этом я вот, ну, хотел сказать. Слав, ты там вроде тоже, да? Да, спасибо, Альберт. Да, там Вячеслав хотел что-то сказать. Я быстро отвечу на комментарии Виктории. Алексей Труднев не будет выступать, к сожалению, не сможет сегодня присоединиться по техническим причинам. Вячеслав, у нас есть ровно 3 минуты. Да, я Алика полностью поддерживаю, потому что как раз у нас тоже возник такая тема. Мы начали работать именно с молодежью и употребляющих наркотики. И это требует отдельного таких познавательных мероприятий. Мало того, нам в Ростове есть Донской государственный технический университет. И ректор нам позволил, то есть в рамках этого университета, создать молодежный центр профилактики негативных явлений. То есть и мы можем подключать ресурсы университета под свои программы. Поэтому речь идет о том, что если нам нужно будет именно с научным сообществом провести какие-то исследовательские вопросы, то у нас для этого есть уникальная возможность, и, ну, мы, в принципе, уже идем в этом направлении, в дальнейшем, может быть, вместе этим займемся. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Сейчас хочу озвучить результаты опроса, который все это время велся вот параллельно. Как вы оцениваете доступность профилактики ВИЧ-инфекции для наркопотребителей? Звучал вопрос. Всего проголосовал 31 человек. И вот недостаточно и доступно 15 человек ответили, достаточно и доступно 7 человек, и недостаточно и недоступно 9 человек. То есть мы видим, что еще есть над чем работать. И в связи с этим хотел бы поблагодарить всех моих коллег за сегодняшнее выступление. Большое спасибо, что нашли время. Организаторов хотел бы поблагодарить еще раз за возможность сделать эти сегодняшние презентации. И большое спасибо. На этом мы заканчиваем нашу сессию по профилактике ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики. Спасибо, что были с нами.